В Твери в киноконцертном зале «Панорама» прошел День преподавателя Высшей школы России. Главная задача торжества – подчеркнуть ценность, востребованность и значимость этого нелегкого труда. Этот праздник в честь педагогов высших учебных заведений отмечается с 2021 года. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. С недавних пор, 19 ноября, отмечается новый профессиональный праздник – День преподавателя Высшей школы России. Это число выбрали не случайно. В этот день родился великий ученый, основатель первого университета в России Михаил Васильевич Ломоносов. В нашей культуре его имя ассоциируется с тягой к знаниям, разнообразием научных интересов и поразительной трудоспособностью. Тверской государственный университет решил отметить это событие праздничным мероприятием в киноконцертном зале «Панорама». Есть День учителя, который отмечается первый выходной октября. Но нам всегда было приятно, когда студенты нас поздравляют, помнят об этом празднике. Но где-то внутри, знаете, червоточинка сидела. Учитель, да, учитель – это звучит гордо. Но есть еще и преподаватель высшей школы. И мы очень признательны, что на государственном уровне поняли эту проблему, оценили значимость подобных профессиональных праздников. Главная цель праздника – повышение престижа этой благородной профессии. А еще задача – усилить интерес молодежи к научно-исследовательской стезе. Министр образования Тверской области Ольга Калинина зачитала поздравительное письмо от губернатора Игоря Рудени. Благодарю вас, ваших коллег и ветеранов высших учебных заведений Тверской области за высочайшую компетентность, педагогическое мастерство и верность призванию. Желаю вам реализации намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России. На торжественном мероприятии прозвучали громкие аплодисменты и поздравительные речи в честь преподавателей высшей школы. А студенты университета подготовили яркие выступления, поздравили преподавателей с праздником и поблагодарили за терпение и беззаветную преданность своему делу.